переводил, у вас есть информация, все есть погодные условия, у нас холодного снега должны быть существенные дороги. Скажите, какая сумма у нас сэкономлена холодного снега и рано появилась перераспределение? Нет, вопрос к этому, экономия произошла очень существенно, потому что снега никогда не было. Примерно какая цифра есть? Василий Николаевич, мы сейчас будем ставить. Николаевич, готово? Нет, это смотрите, у нас получается на новый снег было заложено порядка 5 миллионов. Он не слышал, что где-то сумма интересует, я вот буквально 5 раз. Сейчас при поддержке Романа Викторовича, который 100 миллионов у нас поступили на город, это у нас все финансирует 93%, считаю, смотрите, на 93%. Нам надо свои 7 миллионов, чтобы вообще-то туда тоже внести. Поэтому мы сейчас вот экономим эти деньги для того, чтобы... Вот там в экономике вообще сделать все. Софинансировали, да, возможно. Да, потому что условия представляли, у нас 93%, 7% должен предоставить. Я попрошу протокольно занести вопрос, чтобы на следующем совете, комитете, Иван Николаевич, была точная цифра, какая произошла экономия в рамках вывоза снега за текущий и 22-23 год. Ну, у меня вот по экономии, если вот такая экономия вот, там будет, да, на предложение такое, есть возможность хотя бы пополнить там программу МЦП, потому что сегодня, в котором мы навели, по сути дела, только одно название осталось, и силами тех же муниципальных предприятий, ну, навести порядок на муниципальных территориях, во дворах, это и там обрезка кустарных, спил деревьев там на детских площадках, ремонт детских площадок, покраска, завоз земли, завоз песка. И в связи с тем, что у нас с 2017 года нет возможности отремонтировать дворовые территории, ну хотя бы завести асфальтовую крошку и временно хотя бы засыпать яму, которая сегодня есть. Ужасное, конечно, состояние. И я думаю, это была польза для муниципальных дополнительно финансирования. Ну и самое важное было тем, что это было бы финальным таким хорошим завершением наших депутатских полномочий.